Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы недавно потестировали этот нож на канате, но поскольку мы буйные и малые, я хочу продемонстрировать свой просаж про прочность этого ножа на повышенной твердости. На наглядном примере, на него сейчас встанет человек, потом мы снимем, как он там прогнулся и не сломался, или сломался, и унесем человека в медпункт. Вот, потом на него встану я, а потом у нас есть специально обученный товарищ, он встанет уже с максимальной нагрузкой, скажем так, на клинок, и мы посмотрим, что с ним станет. Следующий человек. Так, это была нагрузка в районе 50 килограмм с лишним. Я вешу, в принципе, около 90. И тяжелая кавалерия 108. Осторожнее. Как мы видим, ножу ничего не случилось, хотя он имеет 4 мм в обухе, он сведен с большим фальшем в 2/3, фальш этот очень тоненький, буквально это режущая кромка, вот, и при этом никакой остаточной деформации, сталь очень прочная для своей твердости и отлично держит геометрию.